Всем привет, друзья! С вами Герман Пермяков, постоянный ведущий инвестиционно-обучающего канала Redline TV. И сегодня разрешите вам сделать важное объявление. Итак, мы на этой неделе все-таки наконец-то запустили страницу об азовкоинах, поясняющих, как работает данная рекламная монета. В общем-то, мы его тестировали уже больше года, и многие те, кто потребляет наш контент, смотрит контент и слушает, получают эти азовкоины. И, в общем-то, кто уже выводил, причем выводили даже уже по $100, ну, как бы можете запросить у нас в группе в Телеграме, в чате, вам покажут. То есть, в общем-то, люди действительно накапливают и в общем-то, получают благодарность, обменивают свои азовкоины на доллары и, в общем-то, используют их в своих нуждах. Так вот, сегодня я вам объявляю официально с момента выхода на каналах данного видео о старте эмиссии инвестиционных азовкоинов. То есть есть азовкоины бонусные, да, которые вы зарабатываете, просматривая на наш контент, да, есть призовые, которые вы выигрываете, и есть инвестиционные. Инвестиционные выиграть нельзя, и их получить нельзя, их можно только купить. Что такое инвестиционный азовкоин? Инвестиционный азовкоин, он, то есть, в ограниченное время, в определенные периоды мы стартуем продажи азовкоинов для инвестиционных азовкоинов, которые вам приносят деньги. То есть, что это такое? Допустим, вы покупаете инвестиционный ваучер азовкоина по текущему курсу, то есть текущий курс, он указывается в Телеграме и в Твиттере на границе суток, вот, и на определенный период, это как акция, у вас лежат, индивидуальный номер азовкоина есть, да, этого ваучера, и в период, то есть, грубо говоря, как в банк приходите, да, как бы отдаете деньги в банк, банк вам дает просто листочек, и этот листочек у вас лежит. По прошествии какого-то периода вы этот листочек относите назад в банк, да, и банк вам потом выдает ваш депозит вместе с накапанными процентами. Точно так же работают инвестиционные азовкоины, наши электронные ваучеры. То есть вы покупаете электронный ваучер на определенный период, и потом в конце, по истечении данного периода, вы обмениваете опять этот ваучер, и мы вам выдаем назад доллары. Итак, условия конкретной инвестиционной эмиссии на данный момент. Итак, сейчас, начиная с данного запуска данного видео, по 20 декабря идет продажа инвестиционных азовкоинов на полгода. То есть с 20 декабря мы отчитываем 6 месяцев, это получается 20 мая 2019 года. 20 мая мы у вас, вернее, вы можете нам продать назад инвестиционные азовкоины, вернее, как бы мы вас сами их заберем, и выплатим плюс 70% к вашему депозиту. Если мы, то есть это, ну, к примеру, да, вот есть ваучер на 2000 азовкоинов. Примерно он стоит 0,04, то есть это $80. То есть в конце, в мае месяце, вы получаете $56 сверху и плюс $80 вашего депозита. Итого вы получаете $136. Да? То есть вот такие вот... Вот таким образом у нас будет работать, будет происходить продажа, вернее, происходит обычно, у нас уже, в принципе, были такие продажи, происходит продажа инвестиционных азовкоинов. Итак, я сегодня официально объявляю старт. Пишите нам в Telegram чат, все контакты будут указаны внизу, и пишите потом мне в личку, мы с вами потом это все обсудим. В общем-то, сейчас принимается, вот выкупаются эти ваучеры, и 70% в течение полугода вы получаете. Как, в принципе, и было обещано, это если в годовом исчислении, это 140% годовых в долларах,
это, в принципе, очень хорошая цена для, как бы, для долларов, да. Это не для хайпов. Повторяю, что наш бизнес обеспечен нашим собственным, вернее, Азовскойн обеспечен нашим рекламным бюджетом и нашим бизнесом. Поэтому все эти... как бы Азов, вся вот эта, этот, как бы, собранная сумма, она будет прокручена в бизнесе. Поэтому добро пожаловать, пишите мне, за это видео начисляться Азовкоины не будут, потому что, ну, ребят, вы поймите, что... Кстати, еще такой нюанс, у кого уже есть накопленные Азовкоины бонусные, вы можете их обменять и доплатить, чтобы купить ваучер инвестиционный, там, минимальные 2000, там, 5 и 10 тысяч ваучера. То есть вы можете просто разницу доплатить, мы вам спишем просто ваш этот платеж. Все, спасибо за внимание. Обязательно слушайте Азовскую столицу и смотрите Redline TV в Инстаграме. Все, всем пока.